исправления заключается? В эффективности. То есть человек неэффективен, потому что он ничего не умеет в 12-14 лет. И поэтому он считает, что кто сильнее, тот и прав. Родители богаче, сильнее, они правы. Когда ему становится 18, он понимает, что начинают действовать не только эти силы, но добавляются к ним новые, новые и новые силы. И уже в этой обстановке одного кулака мало, нужно мозги, еще куча требований существует. И когда мы не можем этого всего реализовать, мы вынуждены, как животные, к этому всему приспосабливаться. То есть хитрость, вот о которой я говорю, это форма приспособления. Всего лишь навсего. Это всего лишь форма приспособления к окружающей действительности. И когда все хитрые вокруг, то они пытаются друг друга перехитрить, в результате все стоит. Обратите внимание, ничего не движется, все на месте. Почему? Потому что все пытаются друг друга перехитрить. То есть, если вы не хотите быть результативными, вы вынуждены будете быть грешными.